До конца апреля на центральных улицах Кызыла будут размещены фотопортреты героев социалистического труда, заслуженных работников, отличников производства, почетных граждан населенных пунктов Тувы. До 28 апреля в Национальном парке Тувы проходит экологическая операция «День птиц». До 30 апреля в Кызыльском колледже искусств работает книжная выставка «Поэзия весны и труда» Кызыльский колледж искусств. В школах Кызыла до 30 апреля проходят классные часы 1 мая – праздник мира. История праздника 1 мая – 1 мая – праздник весны и труда. Также в образовательных учреждениях Кызыла проходит цикл комплексных мероприятий «Салют Победы». Кинолекторий с лекциями и показом художественных фильмов о войне и тематические экскурсии по залу «Тува. Все для общей победы». В Национальном музее Тувы 29 и 30 апреля Тувинская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих читателей проводит викторину для своих читателей. До 1 мая мэрия Кызыла и Министерство сельского хозяйства Тувы окажут организованную помощь чабанам в уборке стоянок. Также в эти дни, до 1 мая, организации республики чествуют и награждают отличившихся работников, ветеранов и лучшие коллективы.